Свое утро студенты Ульяновского государственного педагогического университета начинают зарядки на свежем воздухе. Любовь к спорту уже вошла в привычку. Мотивации придает и современная инфраструктура. Благодаря проекту «Спортивный Венец» ребята могут заниматься на новой спортивной площадке, расположенной рядом с общежитием и бассейном «Буревестник». Занимаемся на улице спортом, пока погода позволяет. Еще не совсем холодно, пускай ветер уже такой, да, ух, но все равно сил выходить на улицу хватает. После разминки пробежка с видом на Волгу до спортивного зала университета. Перевели дух и дальше в бой. А точнее, на зарядку с ректором. Участие первого лица вуза в подобных мероприятиях – отличный пример для студентов. Так, большой дружной команды удалось вывести университетский спортивный клуб «Спарта» на новый уровень благодаря вхождению в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. Несмотря на то, что мы в этом движении официально не так давно, но проводятся различные замеры активности, различные рейтинги устраиваются. И всего в ассоциации в настоящее время состоит, по-моему, 512 студенческих клубов. Но вот на недавнем подведении итога мы в различных номинациях занимали хорошие места. Спортивный клуб «Спарта» объединил ребят всех 7 факультетов. На их счету 49 побед в ежегодной областной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Ульяновская правда». И это не единственная гордость. Студенты мастерски освоили ряд спортивных направлений. Футбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика. И это лишь малая часть яркой спортивной жизни университета. ВУЗ всегда поддерживает ребят. Наши футболисты, баскетболисты, волейболисты всегда выезжают на разные турниры. Также легкоатлеты выезжают на спортивные сборы, которые ВУЗ оплачивает, дает возможность заниматься, развиваться, быть быстрее, сильнее и выше. Поддержка действительно чувствуется. Для студентов созданы все условия. Есть спортивный манеж, тренажерные и танцевальные залы, спортивно-оздоровительный лагерь «Юность», лыжная база и собственный бассейн. В период пандемии ребята стараются особенно активно поддерживать здоровый образ жизни. Тренируются, приумножают свой опыт и навыки и демонстрируют его в социальных сетях. Кто знает, может уже в скором будущем удастся представить родной ВУЗ на мировой площадке. Для Ульяновского государственного педагогического университета спорт – это норма жизни. Александра Никитина, Юрий Ломатов, УПРАВДА ТВ.